Храм Дмитрия Солунского в деревне Морево закрыт и постепенно разрушается. Это один из самых древних храмов, сохранившихся в Орловской области. Он строился с 1703 по 1711 год в непосредственной близости к городу Дмитровску, усадьбе Дмитрия Кантемира. Знаменитый господарь Молдавии, государственный деятель и ученый перешел на сторону Петра I во время русско-турецкой войны, а после переселения в Россию стал ближайшим советником монарха. И именно в этом храме в деревне Морево Дмитрия Константиновича отпевали после его кончины. Храм Дмитрия Солунского по своей архитектуре – переходная ступень от нарышкинского стиля с элементами древнерусского искусства к классическому русскому барокко. Кирпичные бусы, покрывающие храм, фигурные наличники окон, удивительные перспективные порталы входов, изумительный ландшафт. Благодаря усилиям неравнодушных людей сегодня мы еще можем увидеть этот храм. Но сколько еще он простоит, неизвестно. Памятник архитектуры разрушается и может быть безвозвратно потерян.